Инесса, нам нужны работники, а не модели, поэтому вы не проходите. До свидания. Хорошо, спасибо. Алина, у вас прекрасное резюме, но, к сожалению, вы нам не подходите. Спасибо. До свидания. Поздравляю, вы приняты на работу. Спасибо. Спасибо большое. Уже заходите. Я очень рад, спасибо. Взаимно, взаимно. До свидания. Извините, а почему вы меня взяли? Там же на выходе такие красивые девушки были. Почему Потому вы что я так сказала. Все, к 7 часам нужно домой на ужин. Все, хорошо, родная, все. Давай, мне надо работать. Алло, дама. Да, это на собеседование. 5 лет учебы не зря пришли. У меня, короче, ухажер такой появился. Он все готов ради меня сделать. Серьезно? Да, сейчас приколю. Алло, у меня проблема. Можешь срочно ко мне приехать? Что случилось? Принеси, пожалуйста, вилку. В твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Алло, Саид, у меня проблема. Можешь помочь? Принеси, пожалуйста, вилку. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты. Милый, а вот мы готовы с тобой поедем в Дубай. Какие Дубай? Ты мне кушать приготовь что-нибудь. Я приготовила твой любимый пирог. Печенье какие-то ем. А ты этот? Мой любимый свитер постирала? Да, конечно. Еще вручную постирала и погладила. Молодец. Хорошо. Слушай, а ты дом проп... А, ты же пылесосила. А машину помыла ты? Машину мою помыла? Нет. Какой Дубай, если машину не моешь? Постой. Чё? У тебя же нет машины. У меня нету. У тебя есть? I got the horses in the bag. Саид, нам нужно расстаться. Почему? Ты даже не даришь мне цветы. Я не помню, когда ты последний раз мне их дарил. All you ladies pop your pussy like this. Ты так мило. Теперь ты довольна? Нет, ты не даришь мне сладости. All you ladies pop your pussy like this. Ты такой хороший. Теперь ты довольна? Нет, ты не делаешь ради меня никаких поступков. Я не делаю. All you ladies pop your pussy like сюда, this. Иди. Shake your body, don't stop, don't miss. Посмотри на нее. Посмотри. Shake your body. Ты че на нее смотришь? Офигел что ли? Пошел отсюда. Пошел. Ну вот, теперь все. Нет. И последнее. Мне нужен пароль от твоего айфона. Че? Можно тебе еще дом переписать? Может, родителей своих отдать? Может, тебе свою жизнь отдать, может быть, да? Нет, давай расстанемся. Пока. Карин. Карина. Что, Саид? Ты везде молчишь, что случилось? Если я вычитала в гороскопе, что я обязательно поругаюсь со своей второй половинкой, поэтому, чтобы избежать ссоры, я молчу. Мы не можем с тобой поругаться, потому что мы только вчера помирились. I think I'm losing my mind. Саид, стой. Что такое? Скажи, пожалуйста, привет на 100 лет. Привет на 100 лет. Увидишь, чуть не поссорились. Офигеть, ты что так долго? Ой. Саид, наступи мне на ногу. Зачем? Иначе мы поссоримся. Да не поссоримся мы с тобой. Поссоримся? Мы не поссоримся, Карина. Тебе сложно наступить? Мы вечно за тебя ссоримся. Что ты такой упертый? Идем. Карин, ты что такая задумчивая опять? Сегодня в гороскопе было сказано, что я поругаюсь со своей второй половинкой. Мы с тобой не поругались. Значит, ты не моя вторая половинка. Мы всегда будем вместе.
Конечно, что за вопросы? Всегда-всегда. Правда? Да, я всегда буду рядом. Обещаю. Обещаю, я всегда буду рядом. Мы с тобой вместе навсегда. Ну ладно. Я люблю его. И если ты мне ставишь выбор, я выбираю его. Я тебя услышал, отец. Для тебя хорошие новости. Нам надо расстаться. Мои родители против наших отношений. Прости. Ну скажи, на что ты обижена? Я не понимаю. А ты догадайся. А, я понял. Это из-за того, что я пульт от телевизора спрятал, да? Нет? Это из-за того, что я с твоей подружкой Настей поздоровался? Я понял, это из-за того, что я носки с утра не убрал. Ну скажи, из-за чего? Из-за того, что ты невкусно готовишь? Из-за того, что у нас дивана дома нету? Так и угод нету уже как. А из-за чего? Из-за чего ты? Из-за чего обижаешься, не понимаю? Да подожди, из-за чего? Ладно, все, я сдаюсь. Из-за чего ты на меня обижена? Да потому что я сегодня в Инстаграме снимала прямой эфир, а ты даже не соизволил зайти. А ты вообще-то мой парень. Как-никак. На этот раз я с ней точно расстанусь. Все, давай. Да точно, давай. Милый звал? Да, проходи, милая. Это самое... Сядешь? А кто холодильник будет закрывать? Так о чем хотела поговорить? Я хотел тебе звонить. О, смотри, что научилась. Держи вот так. Я посуду помыл, можно с друзьями пойду погулять? Ну и кто бы после этого? Особенно ты. Любви и верности клялась, буду с тобой сеять. И что это, по-твоему, нормально? Саиз, я же всего на 150 рублей вышла. Да дело не в деньгах, Вишал. Дело в отношении, понимаешь? В отношении. Вот ты лучший друг человека вроде бы, да? Почему ты так со мной поступаешь, а? Что за отношения? У тебя что, денег нет, что ли? Слушай, Лео, дело не в деньгах, дело в отношении. Вы меня не уважаете, особенно она, девушка, друзья сидят. Уважение ноль. Я вообще не хочу с вами дело иметь. Кстати, Лева, как ты понял, что у меня денег нет? Аня, стоп, не разговаривай. Не мешай, не мешай. Знаешь, ты в Инстаграме был посимпатичней. Ну да. Думаешь, только вам, девушкам, можно фотошопом пользоваться? А вот и нет, я тоже умею. Ну мы же девушки. Нам можно. И то совсем чуть-чуть. Да какое чуть-чуть? Ты себя в Инстаграме видел? У тебя нос... Вообще не видно было, а в жизни воу. Это из-за солнца у меня так, свет так падает. Ну да, конечно, из-за солнца, да? А третий подбородок, который сейчас, кстати, здравствуйте. Здравствуйте, сразу не поздоровался. Но тоже из-за солнца? Это ракурс. Ракурс. Радуйся, что я вообще еще не ушла, обманщик. Конечно, не уйдешь. У меня же на аватарке Брэд Питт стоит. А я уйду на сатик. Сынок, у тебя сегодня день рождения, и я хочу тебе подарить айфон. Вот этот айфон? Женский розовый айфон, отец! Моим одноклассникам их отцы дарят Бентли, Мерседес, и чё по кайфу, а ты мне какой-то айфон? Оставь себе этот айфон, хорошо? Что такое? Опять с этим поругался? Ну да. Зря ты так с ним. На самом деле он не твой отец. Он вырастил у тебя самых пеленок. Делай выводы.